А нам, татарам, лишь бы даром. Если прыгемся, вам всем пиздец будет. Давайте это, как-нибудь их вытащим отсюда. Да мы нормально играем, люди. Вытащим, все, мы вытащим. Помогите, надо мной человек. Мы тебя не видим. Ты смотри, сука, со щитом я его пробить не могу, гада. Ну, пробью, сейчас возьму точильщика, я вам, сука, разыграю. Ты точильщик не бьет щит. Точильщик щит. Угу. Лёпку выносит. Нифига не выносит. Я вот здесь жду 5 минут, воюю против двоих. Угу. Ну, ты попробуй. Я не могу помочь. Так я уже сдох. Сейчас помогу. Никит. С шестым чувством. Но у него, оно у него настоящее, оно начетвёрённое у него. Да, под нами бегает, черт. Миш, под нами, давай спрыгиваем. Вижу. Даем по жопе. Вижу, сейчас мы их нахуй. Да, блин, я не могу этого Егорыча убить. Сука, ушел. Пошли крысить, давай остаёмся здесь. Давайте, я тогда... Миша, давайте вы остаетесь тут, наверное, нет? У нас все побежали. Пока не убью. Блин, у меня МП нету. А, есть АМП. Так, я, в общем, буду светить. А почему не светит? А, вот светит. Прорыв, блин, у меня. Че только нету. Со снайперки хуярят через стену, да, Женя? Я через стену чела убил. Они все на балконе. Так, сейчас ушли с балкона. Блин, а что это они так мучат? Они все на балконе. Я тоже снайперку, пошли не все нахуй, хватит с ними уже играться. Читаки заебаны, так же нельзя играть. Читаки. Че ты, блин, какие читаки, Михаил? Они наверху все на балконе. Да, читаки, да. Шестое чувство, чел видит всех на карте. Они просто на 15 метров. Так, Олю надо потише сделать, а то она у меня прям в ушах, капец. Олю? Да. Где? Вот где-то... Ну-ка, сейчас скажи что-нибудь. Олю потише сделать. Ну вот где-нибудь вот так вот. Все. Угу. Баба. Они прям под... Они вот там под... надо мной все. Они стоят на балконе. Выходят на лесенку. Hi, Rick, I'm fine. Thank you. Мама, блин. Ну вообще-то шестое чувство на ВХ, блин. Так, я пойду пока в командном бою поиграю. Пока нас валят в другом. Да, блин. Подождите, если они так же будут идти, не останавливаясь. Да, пизда. То им тогда нормально, мы тогда выкинем. Я бы их пошёл, знаешь? Блин, они перешли. Ролик стрелял в кого-то. Блин, почему это? Почему у меня... Не понимаю. Почему он у меня АМП не удаляется, не убивается? Егорыч. Да, потому что не мешает, так, все правильно. У него там ИКАИ стоит. Ну и чё, что ИКАИ? Какого-то хрена. И потом ещё в щит сзади. Нет.
Я не знаю, если ты. Включил. Нифига его там 10 человек смотрит. Где он играет? По-моему, вид какой-то играет. Ну, он просто посмотреть как-то на него. Проба. Так, ладно. Так, Далек там не серьезно лицом сидит. Я перезвоню на другой арт. Так, я хочу хуже, чем АО. Я сделаю улицы. Так, улицы сделали, вы там пока не начали бой? Да. Сейчас я только создала. Ага, сейчас я тогда зайду. Побегаем вместе. Там Жека куда-то переходить хотел в какой-то другой навык. Я на другой. Он куда-нибудь-то перелезет. Так, я вижу, убийца создал. Это кто убийца у нас? Нет, не убийца, это надо просто в ней рейд зайти. А, или просто через список вне рейдов. Угу. Заходи в ней рейд, так, Ольги. Вижу, ага. Улицы. О, вид пришел. Ну, пришло. Чего ты Вита называешь новым? Ну что, выстрелил один раз на меня. А че он ушел-то? Нераспределенных, видимо. А, нет. Так, мы ждем кого-то в противнике и собираемся в одну кучу, или без разницы? Ну, люди хотят зайти. Без сейчас разницы. Наверное, захотят. Угу, окей. Напиши. Эти 4 дизлайка поставили, лохи. Джунайт, хай. Диаболик. Диаболик. Смотри, вот этот. Вид пусть к нам идет. Скажи Вид, пусть к нам идет. Спасибо. Он с тобой здоровается. Да. Виталик, да, привет. Еще один. Я запускаю? Еще один, наверное. Ну, 5 на 5, да? Плюс mm-hmm. один. У вас пока четверо. Хай, Виталян, что-то не заходит к вам. Плюс один. А, ну вот запускай. Все, нетушки. Сейчас нас в прямом эфире смотрят. Сейчас может кто-то добавится из тех, кто в онлайне. Это да. Нас четверо. Вайервольф, как дела? Нормально все, бро. Спасибо. One player from chat, please. Ну давайте запустим. Я буду прятаться, ладно. Go.
Здесь выигрыш, проигрыш ничего не значит. Просто побалдеть, побегать. Ну да. Абсолютно согласен. Надо ставки увеличить. Надо, чтобы баланс на был, главное. Сейчас я точильщика возьму, да, чтобы не было. Если я возьму то, от чего... Как минимум Диаболик точно охренеет, он будет бегать вообще беспомощный. Диаболик, он все время что-то проверяет. Не знаю, что он проверяет. Я очень хорошо заспомнился. Он стоит в стену, уткнувшись, и что-то... А, на андроиде, понятно. И он что-то... Непонятно. Так, они... Он играть научился. Так, погодите, один наверху. Вид! Виталика добей. Не могу. Давай, Ольга, стреляй, продолжай стрелять. Не могу, он убежал. Он убежал. Он себе там вонючку кинул. Сейчас, я не хочу. Да. Это вот кто сидит, это не сидит. Так. Дом из перешли, а я... Я был в дежурном дежурке. Сзади. Видите? Давай гонится. Виталик гонится, походу. У меня тоже вонючка есть. Один-один. Я вижу, два граната пролетела, выходи. Теперь я буду не трогать, у тебя FOV, Виталик. Так, есть, ты за меня? Да. Только на лестнице мою не спускается. Нет, спускается. На мостик. Виталик, на мостик стоит. Ольга убила меня. Случайно. Это случайно. Не, нормально, нормально. Это профессионально. Не, это случайно, потому что я не вижу. Я смотрю только по карте. У меня не показывает видео. Жек вот скажет, я ладаю. Ты ж мне Диаболик, блин, мама. Спасите. Наверху, 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 наверху. Виталик. Ничего, успокойся. Нет, ну вот я выше не могу убить, это вот как бы не хочется. Ты бита не можешь убить, потому что он в твоей команде. Нет, я знаю, поэтому... Блин. Честно скажу, на мне игра закончилась. 14 больше не идет. Тебе говорят, этот в ABS сделай системные звуки потише. А, нет, игру чисто потише сделай. Ага, окей. Именно в настройках игры. В следующем матче создавай. Оп, выпил что-то на стриме. Оп, читы. Читы видны? У кого? Виталик, он там что-то выпил. А, я выпил.
Алканавты. Да это у меня водичка подсахаренная. Конечно, сладкая водичка. Далеко играть пошел. Так. Куда играть пошел? А, блин, у нас же это, вне рейта. Обзор у меня начал грузиться. Так, ну... Игру потише сделал? Сейчас послушаю на стриме. Сделаю стройку. Бери музыку, зачем она нужна на стриме, музыку в игре? Она это очень глушит дискорд. Танцевать. Или ты наслаждаешься, Виталик, музыкой? Не, нет, у меня музыка на где-то на 15 стояла. На 0 поставь. А он это, да. Он сладенькую водичку пьет и музыку врубил на полную. Да, дискотека у меня. 15% в Modern Combat музыка, это тот же примерно уровень громкости, как и люди в Дискорде. Ладно, так и быть, я тогда выключу Люди X. И Люди X. Я смотрю целый день сегодня Люди X, Диаболика позову. Слушайте, вот этот Fatal Less Flat, он на этом, на ВХ. Войск. Так, заходите? Угу. Да. Мне нужно русский чат включить только. На русском чате это позови всех. А, там надо этот, с истеричками пообщаться. Против Вита не могу играть. Я его боюсь. У него нет титов, он сейчас со мной играет, он без титов, поверь мне, сел пишет. А я вижу, как он видит без нужных ядер меня на большом расстоянии. Вот видишь, даже здесь без титов люди не играют, ну что сделаешь? А, так, ты к этому прикопалась? Каждый по-своему с ума сходит. Че, Оля вышла? Ольга на месте. Чел пишет в чате, звуки игры тоже тише сделай. Сейчас посмотрим. Да, очень громко на стриме. Звуки игры. Нет, так. Вот Мишу плохо было слышно, я его сейчас добавлю. Вот тебя, Жек, немножко убавил. Я просто молчаливый. Нет, вот сейчас тебя хорошо слышно, а то я просто тебя было убавил, потому что ты был очень громкий. Дискорд очень тихий. В настройках надо смотреть. У тебя дискорд максимально тихий, а игра очень громкая. 5 против 4. Так, одного еще ждем? Ждем. Да, пофиг. Мы их все равно побьем. Ну ладно, тогда стартуем. Заходи, Оля, заходи, побьем собак. Если что, тащильщик возьму, без проблем вообще будет. Точильщик, блин. Такое оружие есть у штурмовика. А челщик. Мы будем дробовиком воевать. Дробовиком? А я ядро отключаю целом. Что пушка не тащится. Только на разведчике. Начал охренеть. Дробовичку. Меня били. Вера. Не скажу. Я гному отомстил. Весь звук у Виталика. Я и без звука хвалить. Нам по старым понесать. Ядра отключить. Вот Виту надо ядра отключить. Да вообще не сигналу. Справа бегает. Давайте надо отключать ядра. Давайте бегать деньги. Рунка ставься. Еще кто-то бежит. Вези ядер, вези ядер. Ты что такой быстрый? Еще вези ядер. Кто это? Кто там потерянный такой? Я. Нет, у них в команде. Ааа, сейчас пойду,
так пойдет. Так, все, у меня жопа, нет? Ну, меня не смогли убить, просто убежал. Прикольно. А что мой тиммейт делает? Это Оля там? Да, это Оля там. Три врага, они все смотрят на меня, а не на нее. Ничего не понимаете, это творится. А я пробегаю, я думаю, ты там в кого-то одного стреляешь. Захожу, там три врага, и все на меня смотрят. А на тебя забили. Не мсти, пока наша. Парагончика проебал. Ну, сейчас. Его завалим. Так, ты такой не моешь. Вис это че так, слушай, не хуево так. Успокойся. Никто не считал. Сейчас они там поляки. Ай, мама! Господи, зачем я тебя зарезал? Ты толстой, блядь! Ты сам себе по башке. Помогите, помогите! Какой человек? Мы хотим в другом месте. А, я 16 лет иду, ладно. Я пошел сливать. Не пух же, как все у нас заебись. Пока что мы еще их тянем. Да вон он, шестое чувство не работает, на которое ты гнал, он не видит вообще никого. Нет, шестое чувство. Зачем он тогда в упор не видит. Меня он видит, точно видит. Сейчас 100% он будет скрывать. Сейчас он без щитов. Ну, Виталик нашел, начал стримить, все читают, начали. Да конечно, прям это, не за наш. Так, понимаешь, чел, знаешь, что делал? Мы в бой играли, там чел носился, вообще охренеть как носился. Ютубер зашел в нашей команде, ютубер зашел, он сразу включился и не включал до конца дня. Виталика смотрят и видят, где он. Я сам себя сливаю, короче. Оля, сзади, помоги. Это дед пробежал. Никого не видел. Я на стриме, короче, сливаю свое местоположение. Ой, ты думаешь, мы успеваем и смотреть и туда, и сюда, что ли? Я в принципе, ура! Так что против деда не залупайся. Дед, ты сколько раз эту фразу сегодня сказал? Хай, бро. Могу еще 10 сказать. Да все, давай, ты на ютубе, тебя смотрит 17 человек. Да хуй с ним, блядь, я думаю, так, у меня опять дальше пошла, блин, игра. Че, вы вышли, да? Да, все равно выйдут. Лучше выйти и заново загнать, потому что там все выходят. Надо ГГГ написать. Ну да. Так, что мне тут еще надо, погоди. Ёпта, мне еще тут много чего надо. А ты напиши, Жека, напиши этот адрес, где там идет стрим. Раз. Что, стрим снайпить будешь? Угу. Так, что хотел ты сделать? За тебя забыл, Оля. А, в чат дописать. Так, сейчас мы сделаем... Не рейд. Какую карту сделать? Да, любую. Любую делай, да. Давай музей. Будем сейчас смотреть всяких этих новых статуй. Музей мне вообще нравится. Мне тоже нравится. Карта хорошая. Там и блин. Со щитом вообще можно играть. Со щитом нельзя в нереет. Ты что? Ты что? Ты что, Егорыч, чтобы потеть во внереете щит брать? Челики в БУ даже не берут, говорят, это токсичный класс. Как класс для токсиков. Уговорили, не будем. Будем со щитом играть. Ну посмотрим, да. Как там. Я не знаю, вот Вита я сейчас не видела. Но его боялся, как не знаю кого. Нам татарам. Абыдаром. Так, поиграем. Опа, не туда попал. Гелки-палки. Не слишком жесткие, все-таки. Все жесткие. Нас побьют. Да ты не бзи.
Нам только разозлиться стоит. Все с Леванты у нас. Нет, Диаболик перешел. У нас? Так. Гном что-то не успел. С Леванты, нихуя с Леванты. Ой. А, да, пофиг, 6 на 5. Ладно. У нас нубов больше. Да, у нас нубов. Вот, у нас идешь ты, потом я, потом два нуба подряд, скорее всего. Мясо. Потом еще кто-то, я не помню кто. Так, переодевайся. Ну, конечно. Виталик, заставляй Виты переодеться. У нас одни нубы. Извиняюсь, если я оскорбляю зрителя, конечно, но... Такое слово просто. Ну, не обращайте внимания. 6 против Виталика? Диаболик, иди сюда. Help me, I'm. Help me, I'm уже успел добежать до меня. Я первым загрузился. Ну да. Давай! Блин! Ух ты! Вообще, да. Кто-нибудь видит? Чё там за... Пристрелки начались уже. Блин, я не могу, я его... Я без щитов с ними не буду больше играть. Успокойся, бабай. Мы тебя брать больше не будем, если включишь. Почему? Скажешь, у меня моргает. Пинг моргает. Вдруг перезапустить надо. На наш респект кто-то. Тут кто-то. А, истеричка, Диаболик. Ты забыл, откуда ты вышла? Угу. Дима, перебила. Оль, давай, зайдем. Ну, пойдем туда. Это вот убью какую-то. Выбивается. Попасть не могу. Я почему-то не могу. Нет, все, я ушел. Я уже. А вот здесь чел. Так, я на их риску, то есть я пошла. Ну, ты откуда здесь оказался? Туда. Я один в плюсе, а нет. Мы вышли двое в плюсе. Я тут слышалка есть. Вы сливаете, блин, как вы переживаете? Сейчас мы все наладим. Сливатай. Все будет обгромах. Давайте тянем, тянем. Эй, давай! Я здесь подтянусь. Так, я сейчас наверх и поставлю поддержку. Чтобы поддержку бежали, а. Включаем ядра. Кошмар такой. У него кого нет ядер. А то этого человека нет ядер. Он не может убежать от меня. А то этот человек смотрел не туда, и даже куда смотрит. Ну, что я чувствую? Ну ладно, я что-то не чувствую. Блин, здесь как мы теперь сливаем. Я откуда, блядь, стреляю, вижу, не делаю. Сколько мы дома? Смотри, Ольга. Нифига не отвлекай, бывай. Вообще кошмар. А вот как стало стрелять кого-то. Просто не двигается, чел. Руку от клавиатуры убрал, второй мышкой целится. У нас еще какой? Кто у нас по боковой, да? Я. У меня все не регает сначала. Больше 6 человек не запускаю. В одну команду. У меня еще вперед бегают. Так, народ, откройте дверь. У нас чел играть научился. Резко. Я никого убить не могу. Я вообще никого убить не могу. Это пиздец, так, сейчас мы возьмем что-нибудь. Перестрелять не ёб твою мать. Другое. Вот у нас играет. Наверх поднимайтесь. Наверх? Хорошо. Никого нет. Я не знаю, где все. Убей. Я вообще не понимаю, где. Я думал, их там трое минимум, там один чел. Я приказываю, там один человек. А, вон они просто с другой стороны. Ну, блин, рождает, а? Это ты смотри, сука, я не перестреляю. Понял, ты, я подделка, ты, у тебя есть маска, ты не возрождаться.
Нет, я хочу сражаться. А, мы проиграли, а? Кошмар. Миш, ты что делаешь? Я что-то плохо сыграл вообще, 9-10, блин. Марина на... Что там, Витер разошелся? Вита надо наказать. А я Вита вообще не видел. Я вот так боюсь, как вижу, у меня все опускается вообще. Не могу ничего делать. Ладно. Хотел переключиться, чтобы наказать, но хуй с ним, пусть живут. Нет, мы против читов, но как? Так там, нихуя там читы вообще, я чё не вижу. Если я в плюсе... Знаешь, тот человек с читами были? Ну и чё, ты в плюсе, ты просто тебе помогали. Просто помогали, она одна бегала. Кто мне помогал? Так, ГГ пишу. Не вижу, кто как стреляет. Там, блядь, его не перестрелять. Ему в голову стреляешь, он живой. Ну как это понять? Значит так, на. Я тебе говорю, когда 6 человек, часто бывает такое, что просто не регает. Просто ты не... Вот это не читы, а просто не рейд. Конечно, конечно. Ну дед мне в воскресенье никогда не поверит. Ты мне нахуй не учи. Какую карту делать, создавать? Ну и сама, о чем я тебе... Давайте обзор. Да, только 6 человек, не пускай в одну команду. Кто не успел, тот не успел. Ладно. 5-5, да? Да, максимум. Просто 10 человек поставь там ограничение. Так, у меня что-то... Я перезагружу сейчас игру. Сейчас рекламку посмотрим. Да. Так прям захотелось мультик посмотреть про Адамсов. Когда рекламу... когда я про рекламу вспомнил Modern Combat. Ага. Я эти отряд самоубийц пересмотрел только из-за этого. Из-за рекламы. Так-то я первую часть смотрел, дурацкая. Мне понравилось. Я первую не смотрел, только вторую смотрел. Ну, у нас Виталик стал сервером. Понял. Ну, Ольга перезагружает игру. Угу. А, Виталик создает. Виталик, что, угу. Он, наверное, успел зайти? Или он создал? А, Вит, что ли? Вит, да. Сейчас, заходим к Виту. Там уже Нова Тейлор. Нова Тейлор к нам добавился. Hello, бро. Он всем привет пишет по-русски. Так, за кого? Thank you for subscribe, бро. Ольга, давай влево. Да какой влево, я еще Вита не найду. Вот, Джунайт, Джунайт. Что-то меня не запускает. А, вот зашла. Зашла. Запускай, запускай, Вит, запускай. А то Жека выпадет. Оу, какой план? Я, слава тебе, Господи, Вите. Ты не забагалась, ты просто там была в нераспределенных игроках все время. А говорила, что тебя нет. Нет, я вышла, мне потому что не грузило. В нереть, но уже кто-то внял. Да, ты просто вошла и ты висела просто. Если бы ты распределилась бы в команду и этот, то если бы тебя выкинуло по багу, ты потом не смогла бы зайти обратно. Тебе нужно было кикать. Вот я Вита не могу догнать. Пистолетом за ним бегу. И ему даешь 10% скорости, ты разведчик. Ну да, и он тоже. Почему я его догнать не могу? Блин, у меня слишком тихие звуки. Да, сильно. Блин, у меня красный этот. Диаболик, отстань от меня. Оля меня видит. Случайно, честно, случайно. Я тебя не видела, случайно. Радовка включился. Дай поиграть, Оля. Ай, мама, не могу. Капец, играть тихо, я в шоке. Так, где они? Иди.
Блин. Что? Много дюстук. А, я один скрываю своей команде. Нифига вас там вышло! Перестаю вообще убивать. Нас чел умеет играть, походу, на JK. Даем жития им. А меня сзади обошли. Классно. Пули. Помри. Что-то еще пули пуховый пулемет. Так-то мой. Ультимайт. Блин, мне не идет. Это флик. Нет, я ползу расслабляю. Стали красава, там еще надо добавить, а нет, не надо. Нам патроны закончились, пулеметы, помогите. На, минус 3, понимаю. Я там... Вид, ты чё меня чмуришь? Ах, вы правда... 49-50! Ну я сливант, я позор отряда. И я тоже сливал, блин, с этим десантником зашел и слил игру. Вы скомпенсировались, оба минус 4. Чел какой-то жесткий. Так. Ну, мне, конечно, какая-то жопа. Так, создаю? Да. Ой, какую? Так. Может, есть... А много народу, может, возьмем это? Венецию? Канал? Там, правда, это... Снайпа надо брать. Ну, там лучше снайпером, да, длинная карта. Ну, хоть Диаболик снимет своего этого странного. Разведа? Рекон. Блин, стену уткнувшийся. Так, я приглашаю. Так, Диаболик... У меня звука нету, нахуй. Почему я тебя слышу? Нет, звука выиграли, я стреляю как пустой. Я без звука уже давно играю, на ноуте у меня всегда нет звука. Ну это не нормально. Что там? Это каналы. Не, ну Вит и Виталик это какая-то, блин, сладкая парочка неубиваемая. Да ладно. Нормально, они пухнут. Ну, насчет неубиваемой согласен, а вот насчет сладкой барочки. Не, а вы одинаково называетесь. Вы как муж и жена, Вит и Виталик. Блин, ты понимаешь? Ты посмотри на этот баланс. Вы что, охренели, что ли? У нас одни нубы, а вы себе этих всех джокеров взяли. Сейчас. Я буду напишу. Сливать. Я буду сливать вот все все. Не, Вит и Виталик, это точно надо одна семья. Ну да, наш отряд раньше так и называли, Виталики. Когда Вит у меня в отряде был. Блин, походу с точечком придется играть с самого начала. ЖК надо синим. ЖК, блю. Сейчас. Близ. Блядь. Глаза следятся, не поиграть нахуй.
ЖК или Вита на самом деле к ним. Плюс один нужен. Да, вот так вот. Так, давай. О! Вид научился играть, я смотрю. Вид всегда умел играть. Вид хорошо неубиваемый. Играет, да. Он неубиваемый всегда был. Кошмар какой-то. Я его боюсь до этого. Хотя плюс один в англ чат, ты кинь еще раз приглас. Сколько можно? У меня же 4. Я просто не вижу. Блять. У меня еще время идет. А ты где? В этом? В англ-чате создаешь, да? Да. А, понятно. А я думал, почему не видно в нашем. Так, ну давай так. Го. Ты за двоих сможешь сливать? Я могу за двоих сливать. За четверых. Ладно, погнали. Так, Виталий, ты будешь снайпом? Угу. У тебя со злым глазом снайп? Да. Давай тогда вначале ты. Чтобы снайперку брать. А потом я. Окей. Ну, под снайперку у меня. А вот Тейлора надо больше всех наказывать. Че, вчетвером бежим сливаться? Ты говори, когда это светишь. Подсветил. Нет, туда не пойду. Блин, сказал. Так, не слышишь, как я. Угу. Вид красава. Угу. Вид мощь. Нифига не задроты. Походу не баланс. Да я говорю, вы неправильно сделали. Вид не надо было сюда. Вот Виталик со снайперкой, он как шмаляет. Угу. Вот это счет там какой-то. Ну я там чел один назвал, что это клёвый снайпер. У меня уже не летит 3-5 снайперка. Блин, ну как это? Виталий, где вытащили? Я к вам не запускали. Что мы начали уже? Уже выигрываем. Дайте нам здоровье. Блин, почему у меня вот твой красный, ты не берешься? Толик пошел, подошел, нагнул. Классно. Пора его удалять. Все, у них чел играть начал. Можно тоже играть. Кто там стреляет? Только что. Я пытаюсь рикошетить, но ухо вообще не рикошетит. Вижу. Да блин, что такое? Как я тебя вообще не могу ничего сделать? Видите, сколько их много? Я кинула вам тоже. Я испугаю. А им... Виталик размялся перед стримом, теперь нагибает. На спам хреновый. Виталика успокоили. Вот стоишь-то, двигайся. Ой, все, я побежал. Ты мог меня убить, Виталик? Да, я видел тебя хорошо.
швырнул бы в стенку, за которую стоял сюда, я бы сдох. Да не успел. Там чуть-чуть прям. Что за фигня-то? Ну почему я сдох, а не этот кноп, который передо мной встала? А он успел убежать. А он стоял на месте передо мной. Потом посмотришь. Передо мной не успел. Рассинхрон. Надо наказать. Ну ты сука. Через стены меня валит. Он дал каждую секунду. Да куда он его берет? Не могу я. Вообще, ну я только не догонял, развернулся, потому что ты вообще урон не нанесло. Что это за фигня? Кем стреляетесь? Вы что, не отрекоты? Блин, не могу. Видите, у меня команда. Не смогли найти разведчика. Это команда, которая плюс 10 ведет. Недавно вела плюс 3 только. Я ему в спину стреляю бесполезно. Ёбаный в рот, блядь. Посмотри, какой супер. Бабай. Бабай, выключи вообще. Он нет, он в другой игре просто. Играет в другом месте. Нет, это вообще кошмар. Не, мне надо это. Перезагружать. Сдох, курва, блядь, сдохни, сука, еще не раз. Я так не могу, я с матом не это не играю. Еще раз сдох, нахуй, еще сдохнешь, сука. Блин, у меня игра опять. Газли на ебаны. Бабай. Да, блядь, смотри, нахуй, убить не могу, пидораса, блядь. Так же не может быть, сука. Эх ты, козел, на, сука. Пойду ком перезагружу. Помогай. Давай, я только там. Ты сделаешь, да? Вот, да. Давай, чтобы это я тут... Под давление, что ли, создавать, или улиц? Да без разницы. Ну, улица или подавление? Давай, улицы. Смотри, сука, не добил. Ах ты, пидор. Улицы мы играли, точно. Помню, значит, подавление все-таки. Знал. Угу.
Ты в каком чате создал? В англом. Я 4 дизлайка появилось в самом начале стрима, так они и держатся. Это ты, что ли, help me aim? Да. А. Потом она уже набежала. Какое белое. Куда вы в одну команду ломитесь? Куда Оля-то вышла? Вот далеко ушла. Да сейчас вернется. Что, по балансу все плохо, да? О, только не он. Только нет, не скажу кто. Почему? Плохой. Играть не умеет. Не умеет играть? Да. Его вид с JKM нагнут. Вот у которого много букв одних и тех же? Да. Чё? Ольга, всё, нет. Извините, вы лишний. Ольга вернулась. Ты кого-то кикнул, что ли? Да. Кто зашел после Ольги. А-а. Что 6 на 5 это все, это уже. Вот у Ольги уже урон не проходит. Потом, когда 6 на 6, у меня урон не проходит. У нее тем более. У меня сегодня очень плохо урон идет. Не знаю почему. То есть, ну, вот я стреляю и вижу, что уже пора бы. Buy Game Loft. Так, бежим как конченые вперед. Бежим, бежим. Добежали. Кто-то пробежал. Получше стало лететь. А у нас шелл играть умеет в команде, ничего себе. Что, так бывает, что, чтобы моя команда умела играть? Вот два раза. Три, два, один. Минус все. Никто не сдох, конечно. Эми удар просто... Ему не спавнится. Где у меня штурмовик? Не видел штурмовика. Как будто ни разу не стал не попадала в такую ситуацию, такое чувство. Когда ты останешься в одном месте. Меня только Виталик нагибает. Виталик не душный меня. Иди, пульки не попал. Теперь взрывать. Минус один. Минус два. Минус 10. Минус два. Теми, кого ты называешь щитаками. Да. Теперь у меня именно удар есть. Ну, это кроме меня только Виталик убивает. Джеки играть получился. О, блин, я не успеваю за всеми. Только я могу легко убить. Остальные... О, все, им жопа, наверное. Мы спавнимся в другом месте. Ты скинь, сяду.
Не, забей. Наоборот, поле плохая для нас позиция. Игралась. Толик, что сидим-то на картах? Тебя жду. Чудишь, не зря сидел. Ну там уже двое вообще держи. Че, у меня ваншот? Там очень черная. Ольга, S410. Ну вот Тейлор. Good game. Я вас буду кикать, если еще раз в одну команду зайдете втроем. Good skin. Вид вылетел? Или вышел в конце? Я что-то не обратил внимания. Я вообще вот когда сбоку здесь что-то пишется, я не вижу. Нет, было 5 их. 5 их было. У нас Белал вышел, не смог вытерпеть у вас. Ну вот, Тейлор. У него подписчиков 10-7 тысяч. У него 10 тысяч, да, там 10 плюс. Он недавно на меня подписался. Я на него в ответ. Думаю, круто. Будем как эти, с быстрым возрождением играть. Что теперь опять идем сначала стройка, потом улица. Так. С быстрым возрождением или нет? Это без разницы. Если без разницы. Ну у меня. Нужно выбрать. Ну у меня, например, где-то есть какая-то выкладка, где. Нету быстрого возрождения. У меня тоже на дочерке быстрое возрождение. Вот если ты сейчас выключишь, то у кого стоит ядро, считай зря забитый, занятый слот. У кого стоит ядро, не умирающий, или как оно называется, считай, что он зря его поставил. Хочет полностью на снайперках. Ник другой чел. А кто там, с кем ты разговариваешь? Жека. А? Ты с кем сейчас говорил-то? Нет, там чел, по-моему, на счетах. А, да. Это наша тема ставить. Вот такие вот ники. А какой у него ник? Вот где четверочка стоит, что ли? Думыч. Думаешь, он с читами? Это пиндос наш, наверное. Владимир Путин. Так. Крыса, это ты? Надо написать.
Я не заметил, что там. Короче, сразу выходим, если там чел на читах играет. Там жена это росит, по-моему, без пистолетов, только на снайперках. Я когда на снайперках играю, я редко на пистолет перехожу, но только что, чтобы. Виталика, чтобы бежать. Моего... Загрузился быстрее меня. Опять у меня не приседает. А, нет, это норм, чел. Это не наш читачок. А, нет, он на щитах. Он на щитах, забей. Начал на щитах. Что, слить катку, что ли? Ладно, поиграй чуть-чуть. Солю катку. Слышал там скорострел какой? Да, это скорострел. Надо каточку сливать. Сейчас чуть-чуть поиграю, сливать буду. А, ну это, сразу на, ну это на читах. На... Ты правильно это говорил, что он на читах. Это наша тварь русская. Наша тупая тварь русская, которая в США живет. Я пока только одного попал. Слышишь вот это вот? Да, конечно. Там типа тупых, вливайте катку. Виталик, не возрождайся. А, нет, он гиблоки, да? Там вон гиммих из бокса. А, был монитор хим. С команда, кроме этого читака, вообще нулевая, походу. На снайперках. Жики вообще фигачат. Против чатака 7-7. Вид больше всех получает по жопе. Ты же его еще и стримишь, да? Ну да. Сейчас потом жетончик перепишу, буду смотреть, какие он ники ставит. Добавь себя убивает. Ты ему слил. Надо, да, надо его это кикать. Будет заходить, сейчас кикать его просто тупо. А, ну да, это он, блять, его жетон. Он это, ты его в смысле знаешь, да? Пиндос. Вон, в общаке. Все пишем пиндос дно, хэштег пиндос дно, самурай дно. Рекан Шанта, здорово.
Помолчишь, Шантаз. Хола, амигос. Салюдос, айтачи. Там по-казахски нужно, Виталик. Да? Ольга спрашивает, зачем Жека сливал. Да я вижу. Зачем Жека сливал? Она в упор читы не видит. А где Ольга-то? Почему она не в голосе? Зачем же сливал? Интересно. Че, Жека опять собрал... игру скидал на снайперах. Ага. Не, я создал. А, ты создал, да? Еще раз попробуем, да. Так, это бесполезно. Пиндос, ебался нахуй. Чего? Давай, свалил из игры, блядь. Закрыл игру и пошел в танки играть. А я что вообще нормально на стриме читерить? Другие как бы делают. Че, мне нельзя. Нельзя. Никнейм стандарт, окей. Не зашел, да? Не зашел. Ну ладно, играйте. Так. Вот он и пиндос был. Ну я уже понял. Он минус 6 зрителей, блять, проебал. Тебе наказать надо. Кто такая Артур Т? Уже по привычке говорю, кто такая. А, за хатфлага нихуя. Это я люблю. Так. Мы уже играем. Два против одного, моя тима сидит, нихуя не делает, как обычно. Втроем там сидят, особенно МММ, блядь. А, новый Тейлор стоит АФК, МММ стоит АФК. Нет, МММ задвигался. А жила моя команда. Самое. Дно. Выходи, дно. Слышно меня? Да. Чё ты у меня этот микрофон? Напиши в дискорде, собака Вальхала лох не считает. Шантаз. Он к нам в нерейд зашел на читах. На стриме на читах, понимаешь? Mm-hmm. Ну сам напиши. Я вам что-то написал. Меня чувак через дым сейчас грохнул. И вообще не целятся. Рома Грин. Научите меня играть. Бесполезно, Жека, тебя учить. Это чё? Конечно. Крыса сидит, Артур, конечно. Ты. Чё, вот не река не есть? Да. Нахуй. На стрим. Кто может объяснить, как этот мор, когда играю, вот, например, там патроны, магазины дают же тебе? У тебя изначально сколько-то всегда одно и то же количество патронов в запасе. Угу. И иногда, а например, ты можешь вообще за бабло либо купить, либо тебе из сундука могут купить дополнительные патроны, которые и у тебя в начале патронов игры больше в начале игры. А в начале игры будет оно больше, да? Да. А ну так еще, ты если его... закончишь патрон, то кредиты покупаешь больше. Вид, играть научи. Нео, ебаный. Сейчас он у нас спавнил. МММ, днище. Осуждаю оскорбление игроков. Но МММ, да не ищи. А ты чё, Жека, переименовался?
Я вчера бонус сливал. Help me? Да, я переменился. Помогите мне целиться. А. Кто вот этот дым кинул? Это в нашей команде Виталик, что ли? Бесполезный дым кинул. Я, а Виталик? Я дым не кидаю. Кто у нас бесполезный дым кинул? Виталик, да вот он нахуй. Опа! Сожрал. Два. Бил мяч через стену. Капец, он крыса. Что, команда балансная? Ничего себе. Что, есть шанс не слить? А, МММ у нас на клеще играет. Пуш, ноп, сюда, знаете? Бабает он, бабай. Бурундущая морда. Виталик улетел, Вит улетел. Recon mobilized. Можешь флаг украсть? Пацаны, флаг украл, Виталик прикрывает. Виталик, хипов нету. Да я не выручил. Ага. Я победил. Мы победили. Я немножко так посижу, флаг не буду нести до конца. Патрулю. Чего у нас чел 17-8? Ну вот Тейлор Про. Научи играть тоже. Джики как-то на снайперках захотел, и тут уже все играет. Вид ушел. Псянул. Видимо. О, вы выходите-то? Из-за того, что вы проиграли. Там можно не играть больше. Там два слабеньких осталось. Чё такие обидчивые-то все? Может они что-то заподозрили за кем-то? Guys, it's just non-rated game. Why you leave? Because you lose. О! Мои друзья Шантас нашли в ПО. Мне послышалось. Тебе не послышалось, Вайервольф. Я против моих друзей. Твои друзья, читаки. Да ты чё? Читаки. Конечно, нахуй. Я уже, блядь, сразу узнал, что они читаки. И сразу.
Чего? Смысл играть теорию с читами? У кого-то фонит. У кого-то фонит микрофон, что ли, или что-то. Фантаса, да. Да? Фантаса. Вот это бз. Я думал, у меня сначала покрутил микрофон, но думаю, может, контакт у меня. Покрутил, пропало, да? Думаю. Сейчас наушники поменяю. А то на стрим зайдет вот это. Спросили с ключом играть. Он пишет в чате, агу, вип на крышах. Такое вип. Проще типа солдатскую лигу вип. Вип в нейроте это скучно. Че, вот так что ли? Я хочу про против нового Тейлора, классно поиграю. А, Тейлор за меня зашел, блин. Я хотел против него посмотреть, как он, что у него там. А он не хочет это. Ну понятно. В картинку мою попадать. Как противник. Хочет тебя обижать. Да может быть не то, что обижать, а это. Ну, вдруг что-то подозрительное есть, знаешь, как бы это. Да ничего нет подозрительного, нормально начал играть. Он хорошо играет, он хорошо набил сейчас, но пацаны наши повыходили, наверное, ну, неспроста. Да. В команде 3 нуба было, а что там выходить? Все. У нас флаг на флаг стырили. Поднимите флаг, кто-нибудь. Блять, конченая команда. Команда днищ. Идиот. Бля, а чё не режет у меня его, нифига. Блин, Виталик, я попал твоего тиммейта, ты килл бы мне дал. Отсюда заходит кто-то. Да куда ты пытаешься зайти-то? Ну, мы запустили уже давным-давно. Ой, все. А, меня ММ через стенку убил, везучая ты тварь. Тебе сказали, вот скажи, он не знаю, английский не знает, что ли, говорит без клеща. Ну, наверное, не знает. Он английский не знает, ну, видимо. Да, там же написано Виткаут. Вайс. Короче, надоел он нахуй. Ты сдохнуть будешь? У меня команда что делает вообще? I'm sorry. Пацаны, забирайте флаг. Тиммейт слишком тупой, он не видит вообще флаг просто. Просто не видит, просто ничего не делает. Ага. Эти мейты бесполезные. Он стрелять умеет 12-4, но он тупой, как пробка просто. Блин, на читах что ли все, я не пойму. Что это за скорость стрельбы там тупой? Может он и на читах, что он очень просто стрелять умеет, а думать нет. Не, ну хотя бы кто-нибудь промахнулся бы. Ну вот у нас опять флаг стрелит, три тиммейта, им вообще похуй, просто насрать, понимаешь? Просто тупые, просто.
Ну, не знаю, не думаю, в командную битву играют или что. Но когда кто-то играет, и каждый выстрел точно в каждого противника, и нет каких-то осечек там и промахов, но это очень подозрительно. А, просто вот, половик, если чел не, вообще не понимает, что происходит, куда он зашел, вообще вот на флаг ноль внимания. Блин, не знаю, как можно при этом очень хорошо стрелять со снайперки. Ну да. Заодно мне написала в личку. Может, тебя в чест добавить? Ножик у меня затупился. Или я вообще потерял? Я жму на Е и нифига не режу. Прямо впритык. Они, видимо, вот эту вот... ну, как он называется? Как это? Когда попадает в поле под нож, то они как-то усузили, видимо, угол захвата противника. Вайт, подождите. Я запустила игру. Вы где? Давайте, Коля, тогда. Давай, ты где? А, не-не-не, я запустила просто игру, наконец-то. Привет. Не, сейчас, я могу, привет. Я могу перезайти в англчат. Меня что-то выкидывало из англчата. Такое ощущение, как будто мне там это кто-то на волчанке кидал. Ну, этот чел опять создал, типа. Ну, пошлите, кому вы скажете. Ну, он на снайперах только. Ну, тут только на снайперах. Нет. Я что-то... Ну, то... знаешь, Оля, если бы ты со мной играла, мы бы не проиграли 3-0 за 3 минуты, потому что ты хотя бы на флаг внимание обращаешь. А у меня три, не знаю, какие-то три пробки просто было в команде. Вообще просто полный игнор флага. Так вы на флаге в ЖК? Да, сейчас зайду. Что, заходим к нему? Ну, давайте еще бой сделаем, да. И... Ну, давайте, сейчас, погоди, это какое-то быстрое возрождение. Ну, там только на снайперах, и он просит без клеща, без пистолета. Да, там чел в чате фехтованием пошел заниматься. Так, сейчас я быстрое возрождение сделаю только. Это ж флаг. Как это без... И бегать туда только... Ну, хотя бы бегать-то можно? Стрелять нельзя. Ну, чел не очень хотят, чтобы с пистолета именно стреляли. Бегать можно. Бегать можно. Не знаю, я из пистолета на ближнем бою это... Ну, как бы я бегу с пистолетом, а мне долго переключаться на БСВ. Тогда я уже с пистолета фигачил. Сейчас, погодите. Там... Что, Виталик, Оля, пожалуйста, за меня. Уберите вот этого человека. Не хочу, чтобы он за меня играл. Не хочу, не надо. Блядь. Я не могу зайти. А, ну, нет, зашла. Ты вот, где? Вот этот промо-грин? Так. Вот так вот. Оля, давай влево вдвоём. Одновременно. Давай. Кавен, это вот этот, который мы в отрядке играли. Да. На этом, на чите. Ну да, он на читах. Ну там Райван. Нет. У меня есть где-то стрим или видео, что там мы с ним тоже против него играли. Сейчас он его, не знаю, либо бан на недельку получил, что-то без читов вроде играет. Ну или Хикай, у него прокачанное ядро. О, все. Ну все, теперь мы точно проиграем. У них там два задрота, третий, четвертый. Хорошо, у меня быстрое возрождение. Я буду умирать, но это чепушить их. А у нас так быстрое возрождение, нет? Два задрота. Третий и четвертый. Это вы. Что, у всех вечный глаз стоит, тебя к флагу не пустят. Так, у нас нет гранат, да? Есть. Сюда гранаты ставим. Так, кто светит первый? Шинтасу, выключаем микрофон тоже.
Ну, Виталик через стенку убил. Обожаю внерейты. Сейчас я уже убью запашу. Блин, я не могу по нему, меня ведет. Recon active. Пухать было. Да конечно. Блин, где меня ведет? Виталик бессмертный тоже вообще. Я тебя попал прям буквально, повезло. Ты голову высунул, а я как раз туда нажал. Ничего не понимаю. А я тоже ничего не понимаю, что происходит. Так, быстрое возражение, у меня че еще? Побегу я. ТМПшка вообще не стоит играть, она даже 2 на 2 не регает иногда. Мы че ты оставили наш флаг? Я с ЖК бегу. Так они рашат. Главный флаг. А я в тебя попал. А чё, я один в команде умею играть только? Ну ладно. Так, мне не привыкать уже сливать. Виталик, как ты меня убил? А где все? Где моя команда? У вас чё на флаг рядом? Я его пытаюсь убить. Но он меня убивает за стенкой. Он меня убил за стенкой. Че такое? Ты в стиме играешь, что ли? Я нет. Нет, а что тебя так закрутило вниз головой? Меня? Да, вниз Пришелся. Смотришь. Ты же флаг схватил сейчас, да? Нет. Нет, не ты. Я не добежал, ты меня убил на излете. Кто-то флаг взял и давай вниз носом тыкался. Ну я на стене. А, ну больше так сложнее попасть тебе, если ты вниз носом смотришь. Да. Виталик, как ты меня сквозь стену сейчас убил? Расскажи. Да не сквозь стену, между этими самыми. Ну, у тебя по пингу залетает сквозь стену. У тебя залетает на самом деле. Там между лесенкой и боковинкой успел. Смотрю, двое туда пошли. Угу. Не меня выходит, два чела пикают одновременно. Чё за тимплей, блядь? Блин, я не могу никого убить. Ну вас нафиг, блин, пистолеты нельзя. А ты только Олю вижу, всю игру. Не могу я. Чё, вертолет так стоит? У нас чел во флаге стоит, Оля. Чего? Всё, извините. Хорошо. Я могу только как сверхницу бегать. Видите, вертолет. Вот как меня ММ убил сверху. Да он неадекватный. Но он ему везет. Алё, ну у меня сейчас это стрим идет. Да. Ты это, я не знаю, как, я не слышу сейчас, что ты говоришь. Откуда столько вертолетов, я не пойму. У кого поддержка? А, нет. Они нас убивают, значит, как этих, как котят. Я заметил. Так, свечу. Нифига себе. Они идут вон туда. Сейчас я попробую. Какой, блядь. Ой, за мной бегут. Что за везучий просто, я не понимаю. Может так вести, блин. Ах ты гадина. Виталик, я тебя вообще не видела. Ну, я тебя видел. Ну, ты меня видел, почему я тебя не видела? Ну, я заранее увидел, что ты туда пошла, и я прям вот на опережение стрельнул, и чисто случайно в тебя попал. Не, я буду только... Блин, я пистолетом даже не могу быть. Что, я что-то включил. Извините, парни. Кто мне стреляет, мне похуй. Кто мне стреляет. Вон этот МММ наверху стоит, всех убивает. И Виталик тоже стоит. Стоит машина, стоит стоит. Дуба не знает, что с пистолетом мне надо? Какие проблемы. Зубы. Да ладно. Блин, ну вот сейчас я его видела.
У вас не радар хак в случае, молодой человек? Просто вертолеты бесконечные. При этом чел еле играет, блин, как-то у него получается, не знаю, раздавать. Блин, нет, Грома нечестный игрок. А кто сделал игру? Ну, возможно, с радаром. Кто сделал игру? Грома? Джеки. Он еле играет, он 5-9. Ну, как я. О, такой же игрок. Да, ты с снайпером не привыкла явно играть. Нет, я нормально играю с снайпером, только когда там запрещают делать. Он смотри, это. Ты убил-то? Он меня убил, он просто вообще ему похеру. А, тоже убил, он меня похеру, блять, какой он там про. Да я рашить, блять, что я долбоёб нахуй. Ой. Да, только через стенку можете меня убивать. Блин. Опять стоним герой. 1-7. Так. Ну вообще дурацкий, конечно, флаг. На одних снайперах. Он захотел только снайпера играть. Ну, тогда бы сделал только снайпера, но там команду. А это же это. Ну, первый, не знаю, что флаг нужен. Да, флаги. Господи, я МММ вообще не вижу. А, почему у меня этот не показывает? А вы что, не светите? Вот только я свечу, что ли? Что за хрень? Дело как бот двигается, в него попасть не могу. Че, не успеем, да? Так, какой план? Ждем злого глаза. Ну вот, смотри. Вот и она. А, вон вижу одно дно. Так. А, меня чел через стенку убивает, естественно, блять. А чё вы как крыса-то играете-то в нерейд, блять? Ну почему как крыса? Так я они пошли бегу. На мост. Мы с тобой вместе пошли. Там, чё ты не сказал, что они на мосту? Я не смотрел на карту. Ну да, меня чел через стенку убил. Так, а... Я что-то не видел, мы флаг успели взять сейчас, или как это произошло? Нет, нас размотали. А, размотали. Нет. Просто, да? Не, по-дурацки, игра на снайпере. Да, хватит играть, эти зрители просили в это. Нет, Оля, это создавай, будем с Олей играть. Да, это фигня. Это как бы... Это уже немножко надоело. Я понимаю, что если бы на самом деле мы флаги таскали, если бы там крыша была. Крыша была в прошлый раз, когда тебя не было. Это быстро, наверное, все. Ну да. Я вот с этими тремя пробками играл. Один вот этот, который сейчас на первом месте у них был в команде, еще два каких-то непонятно. У нас флаг тырят, челы продолжают стреляться, как ни в чем не бывало. На флаг пофиг. Я несу флаг, я в одно рыло должен себя защищать каким-то образом. Я почти донес, но меня убили рядом с респавном нашим. Господи, он чего не взяли флаг? Почему эти характеристики игры перекидываются? Так, я создала, в общем, тесненькую. Создала, ничего не вижу. Ну погоди, я же еще даже не зашла. У меня все очень медленно. Хотя я провод воткнула, но бесполезно. Все. Поговори. Все есть. Нами, со зрителями. Диаболик, Виталик, Розы. Почему они не приходят ко мне? Guys, go play Ольга С. Ольга Си. I don't know. А что, у меня не инвайта нету? Есть. Ой, блин. Ольга Си. Сиси, блин. Ну. Рели. О, бабай. Проснулся. Звезда, блин, наш. Звезда Ютуба. О, Крим. Кто там? Вид за нас. У кого вид, кому не тот победит. Я флажки таскаю. Не, мы сейчас Кры. Крым позовем. Ой, Крым. Крым, там у них один читер, но это не это.
Ну что, я этот фиг знает. Ну еще попробуйте с дедом совладать, ёпта мать, в флажки. Нет, 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 нет. Давай, вот этот заходит, и все. Давай. Все, запускаю. А, но вы играете в это, не рейта? Да. Да. Понятно. Я тут такой играю в сетевой. Так, какой у нас план? Плевать. Вы уже что, запустили или нет? Да. Да, запустили. Ты бы шестым был, опять бы у всех лагало. Да конечно. Уль, 5 на 5 лагает. У нас бы лагало, не проходил бы урон. Да, да, да. Я что-то мы с щитами играю, что ли? Ну бабай, ну хватит. Конечно, конечно. Не, нам мы долго ждали, бабай. Ну ладно, играй. Мне уже го-го, го-го и го-го. Они все такие не пропахнули. И го-го, и го-го. Ой, Виталик, ты что такое поставил? Ой. Глушитель, да. Глушитель, да. Ну, бокской. ПТ-7. Зачем ты его поставил? Ну, просто не знаю, нравится. Сейчас будем наказывать. Ты смотришь, у меня нет на карте, да? Да блин. Где моя команда? Может, не буду. Боже, что они творят? Чел, просто. Да блинский, блин. Волки, что ли? Я бежу на читы, я должен дамажить. Круто. Вы бесполезны, вот это хрома. Так он на щитах, походу, он стрелит, так он носит стрельбой. На промо у меня какой-то стрельбой. Этот стрельбой, который не могла вообще платить тоже вести. Не видит, конечно. Потому что давайте трубы. Не, промо на счетах играет. Ну промо я всегда говорил. Что, охренеть так. Так, они пошли сюда. Конечно, вертолеты. Там сзади летают. Нет, трёва. Не, он меня через стенку убивает через, не знаю, через очень большое время, чтобы это можно было назвать честным игроком из этого существа. Чего бы в полете убил? Виталик без пушки бегает. Что происходит? Без пушки, да? Ну, ты был один раз без пушки. А я думаю, что я никого не могу попасть. Зачем им пушки? Оля не побежала со мной. Да ты там. Он днище. Он меня прикрыл. Мы цветом убежали в другую сторону. Блин. Я отвратительно сыграл, но забрал последнего. Не, у тебя промо. Промо, чит, и убежал он. Ни хрена он носится. Ну, я не знаю, как он носится, но... Хотя, фиг узнает. Ну, во время стрельбы у него не может работать. Во время стрельбы shift не работает, бег. Пешком ходишь. Блин, конфетки дурацкие.
О, боже. Как, встанем? Смотри, мне нужно ОФТБ. Так, это кончено. Я не могу поймать, что выкинул. Кикни нахуй, кикни, блядь. Я не могу его поймать, что выкинул. Кикни нахуй. Чтобы кикнуть, надо поймать. Он так скачет, что бесполезно. Так, что там? А, он пишет, у него клавиатура разряжается. Угу. Ед как? Еще раз перепрыгнет, кикай нахуй. Хорошо. А так пусть он с Витом играет, так-то он хорошо играет. Стал прекрасно. Нет, а промо пусть к нам придет. Вот пусть они пощупают его. Нет, это газет. У нас более-менее, в принципе, чел. Я не знаю, кто такой. Да, ну нафига нам. Зачем? Ну а че он скачет заперед? Ну что, зовет чуть-чуть, ну бывает. Что, задонатили, Виталик? Виталик, тебе задонатили, походу. Да, походу, да. Нифига себе. Все, говори спасибо. Спасибо, thank you. Thank you, bro. MMM, thank you. 1.34 бакса. 100 рублей тебе кинул. Ага. Ёлки-палки, все, гуляем сегодня. Да, сегодня все, пивасом наберем сейчас. Рома, заходи, слушай, напиши этого Рома. Делим на четверых. Ну да. Короче, кикай вот этого пятого у них и запускай. Нет, он написал, у него клавиатура разряжается, он не может играть. Ну ладно. Так надо было кикнуть Шизуэ, да? Да он сейчас, она у него... Ну, там истеричка пришла. Она у него как будет разрядиться, и он сам вылетит. Зачем это... приходить играть? А как эта клавиатура, она что, она без этого, без провода, что ли? Да. Батареечка, наверное, у него там стоит, или что? Он еще и на ноуте тащит, понимаешь? На ноуте и клавиатура у него разряжается? Какой ноут и клавиатура, вы что? Лошары такие вообще. Ага. На клавиатуру. Так, я в дэк. О, у нас чел играть начался. Классно. Че, нифига там чела скорострел, что ли? Они все наверху. Я их не могу поймать. Они все там. Стою, стреляю в вещь. МММ. Пока не знаю, пока кто увидит. А, увидел. Ну, сейчас патроны закончатся. Меня пошли, знаете, в центр зашел в другое место. Блин, я хорошо не заспал. Я тут попал. Меня, вот самый жесткий у них, и только он меня может убить.
закончился. Дай ящик, ссылки. Кто-то рашит там. О, Ольга успокоила его. Да, о, а как хорошо я заспорнил. Мама, кто-то меня бьет. Хорошо, меня заспорнило. Пришлось воевать с тремя сразу. Надо переодеваться, где ты переодевайся, неинтересно. У нас сначала играть умеет. Ладно, нет, давай. Нет, у нас сначала первая в команде. У нас видишь, не... он что-то нет, не тащит пока что. Вышел из ящика. Так, переодевайтесь. Интересно. Я переоделся. Граната. Еще лаву убил одна. Ты вообще легально? Вторая только. Все. Я вам кинул фигню. Сейчас им хочешь. А, нет, я вот это возьму. А где там стоит? Это далеко, Виталик. А, это не Виталик, иду. Виталик меня взорвал, нахуй. Он поднялся. Я думаю, мы взорвал в конце. Он что хотел взять. Слушайте, а ну вот эти вот поросенок, это видите, они так у нас. Фиг знает. Я против него, мы играли вроде нормально, чел. Ну, типа я бы спокойно так же сыграл или лучше, чем он. Ну, он что-то прям слишком. У него 1 к 2 и 25 он набил, прям такой крутой. Это вид у нас. Ну, вид как-то не вид, да? Виталик, может, бо? Да, не знаю. А, ну, это мне надо как? Это вам надо ко мне в... А, ну... Я сейчас, если запущу, ну, надо ладно, будет хорошие, ждать, да. Нафига надо? Давайте хорошие, нередко хорошие люди собрались. No, he doesn't use Impetum Core plus Undying Core. Сейчас пройду. Угу, давай. Так, а я создам большую. Ну нет, давай я возьму вот эту. Она такая. Ну что, в маяке хорошо играть. Что, у нас там вручать нет никого? Так, сейчас я... Угу. Я пока собираю всех. Ага. Так, поросенка что-то пишет. У меня после игры просто я остался, блин, на катке, и сейчас один тут стою, и как мне перейти, не пойму. Закрывай. Выходи. Убивай всех. А у меня мышка была на этом, на другом экране, а я отсюда ее теперь с того экрана не могу туда перевести. А, подожди-ка, вот так сейчас. О, все, получилось. Все, получилось. Угу.
на панели задач, кликнул по игре и перешел на нее. Так. В общем, я всех умоляю, чтобы no husk, но что-то. Получается, ты им наоборот про хак напоминаешь, да? Скобочка, 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 no hack. Да. Нет, это поросенок. Это поросенок, ты что, не видишь? Это поросенок, руки вверх поднял. Ой. Что, что ли? Не, вот так вот. Не, вот так вот. Поросенок. Ну, вот это дно будет заходить наблюдателя. Короче, если зайдет шестым, кикнишь его. Ну все, 4-6, можно, да? Можно и так, да, допускай. Возможно, мы опять выиграем. У них второе днище полное вообще, которое шестым чувством. Двое на просмотре. Там... Хорошо, просмотр включайте, да, Оль, включай просмотр почаще, не забывай. Потому что там ребят тоже кто-то зайдут, посмотрят, ну а тот, кто с читами, он уже постарается не включать их. Он сейчас увидит, что... Кто-то с его экрана будет прям реально смотреть и видеть все безобразие. Ой, спалили. Ну да, посмотрит, что двое на просмотре зашли. Будем взрывать вас. Виталий, где твой суперкомп? Чего не зашел до сих пор? Да я тут за усенец сижу, отрываю. Он на другой экран закатал. Да, я тут было сейчас на другой экран мышку завел и... Так, они идут все влево. Пока спасибо МММщику писал. Реально. Влево, блять. Плюс на разведчике. Чё ты разведчика-то берешь сразу? На вечном свете своим. Не ты, вот. Вид играет как черт. А вид не странно, как не тут. Я не посмотрел. Он на вечном свете. Ну какой-то очень быстрый. Вообще не могу его. Я что-то вообще не могу. Виталик разрушился. Виталика надо наказывать. О, минус два! Уходи. Ну ты поздно все время, мы же говорим же, вот. Мы говорим, допускай, я говорю, допускай. Я уже допустила. Я когда говорю? Что шмаляет? Ну, потому что я уже допустила. Вообще не надо. Вы там мертвые, вдвоем должны быть. По одному хп у каждого. Сейчас сидим внутри. Ладно. Блин, я не могу. Минус один. Минус еще один там, да? Не могу, блядь. У него быстрое возрождение. У него что-то нету. Ты отключала быстрое возрождение? Я? Нет. Мама. Спасите, я... Видит, чё я? Как без вертолёта-то видит он меня? А почему наш поросёнок перестал... Это, 4... Я не понял. Всё, стрим пришло, видит. Как мне сейчас выйти, блин? Вот покажите мне, как мне выйти. Да, я дурак, зачем я начинаю шутить. Расскажите мне, как вид меня сейчас убили. Я нихуя не могу сдавать. Дроварис. Убейте вид-то. Нет, бесполезно. Не хватает, чтобы всех убить сразу.
Господи, у меня что-то там пишет. Ну, скажите. Вид-то. Через стенку меня убил везущий. Не скажу кто. Виталик вообще откуда там взялся, там вид был, стал Виталик. Прыг в голову получил. Я говорю, не ну да. Поймал за компанию. Помню, что я не сливаю. Да блин, ну как это так? Ясно. Тут что-то нет, у нас... почему поросёночек слил? Ну, ну да, не пошла игра у него. Вот, не поймешь, блядь, как балансить игры, чтобы было нахуй интересно, блядь. Чел то тащит, как бог, то, а, блин, сливает. Да. Он вообще тогда 25-10 сыграл. 25. Ну потому что двое зашли на просмотр, он вырубил нахер читы, да и все. Теорема проста. А Вита не посмотрели, как меня он убил, когда я кричала истерически, как он меня убил? Потом на этом будем смотреть. А, ну я не знаю, у меня, наверное, не попало так, в кадр. Это же не ты стримишь. Ну да. Не она же стримит. Да. Может, кто-нибудь Витя сидел в это время? Он вручает. Все молчат. Так. Музей или обзор? Обзор давайте. Обзор хороший. Чё-то нету этого. Артурчика нету. Арес, я с Аресом играла. А челы в чате обсуждают в чате игры Винрар пол этот лицензионную версию архиватора Винрар. Так, кто у нас? Самая бесполезная полная лицензия, когда есть куда более крутой аналог бесплатный. Так, вид сразу против меня стал. Вид надо. Наказывать. Сейчас Рита тоже встанет. Виталик, давай за нас. Да нет, нет. Ну вас уже трое давай. Там, тем более еще поросенок за вас. Он сейчас читы включит. Да поросенок, а без этих он читы включит. Так мы опять в той же пачке собираемся играть, в чем прикол? Да, нечестно. Опять один к двум будет. Давай, Виталик за нас, это дно против. Нет, Виталик тоже сливант. Нормально он хреначит. Да я... Нет, ты... Не, у меня сейчас фигня игра почему-то. Не знаю почему. Да, там Вита ЖК более-менее нормально. Мы можем, я могу к ним прыгнуть, чтобы им слить. О, спорт пришёл вообще хорошо. Нет, спорт хорошо стал играть. СП QR. Сейчас зашел. А, ладно, давай так, 4 в 5, все нормально. Пятый нуб. А у нас кто такой? Блэк. Все. Блэк хороший игрок. Ну да. Блэк это создатель читов, да? Так, что у 8 зрителей? Ну-ка смотрим все. Почему 9, 10? Сейчас я подключу. Только что 8 было. А куда у нас развед делся? Выключил микро и наушники. А где у меня YouTube? Сейчас я их накажу своей палочкой. Как я хорошо заспавнился. Что, где днища? Видать! Охренеть, я сейчас спалить буду, блядь! Так, блин, пока я смотрела этот блин, запускала. Слушай, у меня двойное это. Вставай за мной, тазик. Тазик. Слушай, у меня запоздало ужасно. Что Дима творит, моя? Так, палит опять, блин, на ВК. Катя. Все, добить. Меня на стекло надо пустить и все, им жопа.
Ты далек сзади, Дима, его вообще не надо. Господи. О, челы не помирают, забей. Что мы на стекле им пизда? Они тоже включили этого. Че, у нее рики кони? Давайте спрячемся куда-нибудь от этих монстров. За меня на стекло. На стекло? Я не могу поднять на стекло. Блин. Ну чел под нами, кстати, бежал только что. Да. Блин, чё это такой шофёр, блин, не убиваемый. Главное, сидим на стекле. Они справа на стекле. Оль, на фигню. Я тебе кинул фигню, Оль, куда сливаться-то пошла? Я сливаться, я здесь стоял, там он сливает. Вид гадёныш! О, смотри, я его убила! Лицо! Он без этого. Честно, не так. Конечно. Вот сейчас смотри, если бы я сгинула. Вид, честно, не так. Не знаю, ну почему это только у вас разница в этих счетах? Ну, аватары, то есть вы что-то знаете, вы что-то знаете, а мы не знаем ничего. Это не знаю, как считать. Да, этот шестой чувство время что-то видит. Нет. Кто, мы вот такую вам говорили? Нет. Я сам вам говорю. А почему тогда отношение смерть? Запрещать командора нахуй этого вита, блять. Два квадни. Чего? Два и восемь. Нет, один. Если два и восемь, это 1-4. Ты вообще не математик. Отношения. Вот такая крымба. У меня 2.8. Нет, ты имеешь в виду УЗ, у тебя 2.8. Да, да. Вот как можно 2.8 получить УЗ в читерской игре, если ты все время должен сливать? Вот когда заходишь с большим этим рейтингом, читерами не надо играть. У него чит круче. А тогда почему вот, который читами играет, у них УЗ не такой? У них больше, у них три. Это не такое. Нету, нет. Я сколько читаков встречал, нету таких, которые даже просто на месте стоят, стреляют, да? Через стену. У них даже УС не такой. Нет, которые на так что от этого много чего не зависит. Поэтому вы бросьте мне хуйню играть. Надо уметь играть, понял? Да, он это права. Бабайчик, понял? Ты уже известный читак, все знают, что ты читом пользуешься. Хули ты так делаешь? Заткнись и сиди, понял, сука? Заткнись. Если б я играл, так, хватит ругаться, я сейчас опять уйду, умоляю. Не ругай. Пожалуйста. Дай админку. Не ругай. Ой, нахуй, блядь, присылай. Слушай, развед, я бабай выключила. Известный читак, читаки, блядь. Всё, тихо. Пиздят, нахуй. Да, я вас уволен, нахуй. Да. Самый известный читаки. Все читаки, кроме тебя. Оля, выкини что-то с голосом. Спалившийся. Нет, вы цвет, этот звук ему удалите. А вы когда-нибудь видели, чтобы когда-нибудь я играл с читами? Где-нибудь замечали? Да.
Да ты в старше там играешь, сколько я помню, ёптывать, кому ты рассказываешь сказки? Да иди ты нахуй, ты кто такой вообще? Я тебя в игре даже не видел, нахуй. Нахуй твоя жопа хороша. Слушайте, хватит, а, ну я все, я ухожу. Василиса, сдавай, Оля. Займи тихо все. Пошли вниз, вниз, пошли, вниз, пошли, Оль. Иди нахуй, блядь. Если придут, кикай их нахуй. Хватит ругаться, у меня просто тут... Я тут еще в просмотре. Всю игру вы портите нахуй, из-за таких, как вы нахуй. Виталик, я 100% тебе канал. Говорю, я честно играю, нахуй. Виталик, нижний голос. А ты докажи тогда, нахуй. Чё там, чё там? За слова, другой голос, на канал уходим. Пошёл нахуй. Куда уходите? Ух ты, сопляк, ты какого года, нахуй? Жек, Жек, я тебя не услышал, что ты сказал? На другой канал уходим? Да хуя мозгов прибавилось, что ли? Блять, алкашня. Загнать туда. А, вы здесь, а я думаю, куда предложили? Да там мат пригласили. Какой-то невозможный, я это... Ну да, да, согласен, я тоже там уже кого-то звук убавил. Выключил. Да, но второй-то его слышит и продолжает на него то же самое. Ну да. Теми же словами. В общем, я это, отключила ядра. Сделала тоже. Угу. Без ядер? У него шантаж, друзья. Да. Ну да, окей. Кто с ядрами зайдет с накрученными там? Уже, ну, заходи в команду. Уже не получится. Да, сейчас когда у меня пока... В команду заходи. Окей, сейчас игра у меня. Поиск. Смотри, никто не заходит. Да погоди, они еще не видят. Чтобы увидеть, что нет ядера, надо зайти посмотреть и... Нет, ну на входе ты там видно. Так, о, я... читачок в чате появился. Я игру сейчас перезагружу, что-то она у меня не находит. Давай, не торопись. Угу, на поиске зависло. Чё, бабай? Съебались нахуй оба, блять, отсюда! Чё вы нахуй, сука, чё ушёл? Съебался скот нахуй отсюда! Слушайте, я вас выкинешь не выкинешь нас отсюда? Алло, что-то я, по-моему, всех выключил, или они все вышли? Нет, всё нормально, я всех слышу. Не сами вышли? Давай к нам. Иду. Ну разведа-то можно? За нас, влево. Молодцы. А, еще один и запускаем можно. Там у них жесткий тип второй. Не, вот это он не жесткий, по-моему. Который зашел. Так. Придется спеть напечатать. А, ну все. Минус их команды, человек. Так, у нас нет ядер. Я предлагаю этот... 5 тазиков. Сапера. 5 тазиков. А это черепаха. Да, давай я беру черепаху. Сначала пробую черепаху играть. Оля, первый листик загрузилась. Да я вообще на шнуре. На шнуре. Тарик тоже на шнуре. Нет, я раньше была не на шнуре, на Wi-Fi, который... Ой, ёлки, как меня далеко кинули. Так. Стоит ПФК. А, у нас вид на тезике продолжает. Здесь вообще жестокий. Начало турель не работает без ядер. Нихуя себе. Я его только этой турелкой. Кошмар. Ну что, Виталик, кстати, подожмашь. Не может дальше без читов, да? А что, Виталик 4-1 полетел. Он
ХП. Чел, как ты меня по спину убиваешь, блядь, голову? Без скорострела вообще. Повалил. Чё ты и так нахуй? Выездил нахуй отсюда, шикарный долбоёб, объясни мне. Пошёл нахуй же. Разве ты плаченый, а ты чё заходишь на руль убери его нахуй, чтобы он не заходил в танки. Он без роли не может в танки заходить. Вот нет, я его притишила. Ну чё за не заходишь на руль? Выкинь его нахуй с канала, блять, он заходит и орать начинает. Ты конченый? Блять, мы хотели уже, чтобы ты не орал нам, блять. Быдло ебаное, казахское нахуй. Так, ты сам не ругайся, а то тебя еще будет выпустить. Пошел, блядь. Нет, а почему? Не зашел, ты не что-то они не начнут это. Да. Ты сейчас зайдешь, конечно, у меня смехово. Мы выиграем. Да вы пока там с бабаем непонятно, чем занимались. Давай без тазиков создашь следующую аулю. Ладно. Не, ну как, это не все, это не все. Да, топить в тазике. Вторую каску. Интересно, знаешь, что это максимально отличный класс? Дай. Давайте, вот вы оба ненормальны, вы даже жёстко сделали бы нормально, давайте не ругаться. Ну ты бы только, бабай. Ну как ты ругаешься? Ты не ругаешься. That's how it's done. Да пошёл ты нахуй, мне твою нахуй воду стревать. Так, всё, выключаю оба. Я взялся нахуй. Нога. Не, пошлите в зайцы. Пошлите нахуй, блядь. Жек, ты-то не ругайся. Я твой возраст в ногах топтал, понял? Если бы у тебя был бы нахуй мозгов было бы нахуй, я бы с тобой иначе общался бы. Понял? Если у тебя мозгов нету, у тебя отличия от маленького младенца отличия нету, я понял? У тебя от младенца отличия от у тебя нет. Приходит. Вот у него все, успокойся, сам успокойся. Я спокоен. Угу. Все, мы ушли в другой канал, я спокоен. Гуд. Вот они сцепились, делать нехер. Нет, самое интересное, они друг с другом не играют. Они сейчас не играют. Они вообще не попадают друг с другом в игру. Так. А что тут? Я с кем-то в игре остался? Или что это? Да ты опять остался, ты всегда выходи. Тут какой-то вообще прям воробушек со мной в противниках оказался. Так, ты выходи, перезагружайся. Ну да. Мы сейчас в это время нагоним народу. Сейчас я этим притуркам скажу. Они ругаются, ну это же вообще нет, не буду им говорить ничего. Надо роль создать изолятор, чтобы у них был отдельный голосовой канал, блядь, для тех, кто ругается. Да. Слушай, у меня вид заходит в мою игру, которую я создала раньше, чем я. Понятно? Ну он уже видит, что создалась игра. Да. Да, ты еще не видишь. То есть у меня еще долго грузится. Ну да, ну да. Я когда захожу, у тебя 6 челов там, я в игру перезагрузился, 6 челов. Так. Вот лес. Ты такой слидер. Ты лезик не убрала. А, забыла. Так. Он с тазиком, а мы будем от него бегать. А кто с тазиком-то? Вид! Виталик? Бессмертный, да. Позор. Позор отряда. Виталик. Никакого благородства. Он у меня давно уже не в отряде. Все, пошли. Так что он никого не позорит в данном случае. Нет, я всегда сама позор отряда.
А, ты про себя говоришь, позор отряда? Да, я позор отряда, я потому что все время сливаю. А я думал, ты говоришь, Виталик с тазиком бегает, позор моему отряду. Нет, в принципе, да, да. Нет, а это не важно, какого отряда, он в каком-то отряде есть. Ну, в каком-то отряде он есть, да, 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 позорит тот отряд, конечно. Так, вы видите, я первая зашла. Ну, а вот я сейчас вообще... А, ну вот у меня начали добавляться, то я тоже... Вижу, так, у меня крем одного. Зашел. Круто. Опять без ядер, да? Давай потом с ядрами. Ладно. Для чего ты... тебе ядер? Расскажи. Ну, просто. Угу. Надо. А где он был? Меня Виталик, блядь, через стенку находит. Через стенку? Тык-тык-тык-тык. Думаю, кто там стреляет? А это Жека. С каким-то заглушителем, что ли? Это я стреляю. Это 7. Так, тут не хорошие, а тут они. Ольга, ты что, на одно место встала и стоишь? Да я, нет, а я встал, смотрите, как это, все сливают, был один. Ух ты. Я тебя убила этим. Как они знают? Я на турнике кинул. Угу. Твоя эта штучка, блин, притормозила мою стрельбу специально. Это хорошо, он что-то притормозил. Да, я такой прям пук-пук-пук-пук-пук. Нет, ну ты клинишь, я не могу. Клинишь, ты это сливаешь. Ты еще, блин, помогите, да. Все, не пройдут. Вон, Виталик, бежи стрелять не может, бежи не бежать не может. Погоди, у меня ядер нет, походу. Да, блин. Что ядер нет? Ну я же ядра отключила. Почему-то... Да говори! Почему же тогда зеленый? Почему зеленый гранаты идут? Гранаты зеленые? Ну вот я кидаю, или мне кажется, это моя, наверное, эта хренька. Не то, что ребенка. Виталик задолбал гасить. А я ядро взял против замедления. Без ядра. Слушай, этот... Этот меня видел. Вот он, гранат полетал. Мама, они идут, а мне нет, ты ничего. Ой, не беги к ним. Нет, я вот так вот сделал. Ну ладно, давай. Далеко не отдал. Вот сейчас я зеленая. Почему зеленая граната? Нету зеленых гранат, вижу нигде. Я покажу все гранаты зеленые. Блять, посмотри. Вообще ты не могу. И без Виталика вообще что не может. Не было, провали казах нахуй. Так, не ругайся, Жека. Тебя уходим, ты приходишь. Насколько тупой? Жека, не ругайся. Разве это я ругаюсь? Он нахуй гонит на меня. Я в плюсе, ура, ура, ура. Он гонит на меня, я тебя чувствую. Вот это нормально. Уходим. Знаете, уходим опять к нам. Нормально. Развед, будешь мне рейта? Давай, давай. Выходи, Виталик. Да, 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 то я это... Думаю, в какую бы карту мне зайти теперь. Сейчас он тебе развед покажет. Против Вита. Надо ядра включить тогда. Против Вита. Разведка без ядер не умеет. Включай ядра, выключай крестишки и все. Я с Витом буду. Адекватным человеком хочу играть. Так. Да, адекватный человек играет командором. Эй, Вагнер. Эй, эй, эй.
Заткните кто-нибудь это быдло. Эй, молчи. Так, ты ему его выключи сам чпокали. Себе. Согласен. Без престижек умеют играть только профи. Да, уже. Че, без престижек будем играть? Не-не-не, мы ж новые. Вы говорите, как вы лошары. Не, если мы престиж не выключим, преимущество будет как раз у нас. Так, Шантас, я да. Взяла это, смотри вне рейд. Сейчас. Без яди? Угу. Проблемы? Проблемы с доступом gcasino.com. Ну, разведу, сложнее. Правда, цифру 1. Получается, gcasino.1.com. И продолжайте его там мать. В любом классе сложнее. А где ведь? Так, флаг не надо. Как-то, а где? А вы против Виталика? Я думал, Виталика. Ну да, мы же стримились. Ты что, не смотрел кино? Нет, нет, не смотрел. Я думал, Вит, а не Виталик. Вид там был, но вид теперь не зайдет. Он когда увидел, что вначале не заметил, что нет ядер. Все, можно идти. И слил в минус. И поэтому теперь вид не играет с нами. Да, ладно, в минус. Угу. Ну, к нам кто-нибудь зайдет, нет. Виталик, это GK, хочешь тоже какую катку что-то? Да? Ну. Куда тебе скинуть напрямую бешеные деньги? Они заставляют раздеваться тебя в стриме? В стриме раздеваться меня? Да. Нет, никто не заставляет. Читачка пришла. А меня Хамза. Все время заставляют, и только поэтому бабы дают. Так, вставай. Вставай, один. Сани. Давай, короче... А, все. Да. Ой, это лошара какая-то. Фалком. Про кого-то пиндос. Да. Не, пиндос бы против разведа бы зашел. Лошара только тут Джека и все. Да ты чё, блин? Так, я умоляю, вот кто будет ругаться, я выключу. Вот честно. Чё, ты сомневаешься? Человек не понимает просто. Нет, я умоляю не ругаться. У меня проблема с матом, я плохо себя чувствую. Просто не надо. Произошло установка сердца. Ты это... Ругаться можно, но без маха. Так. Ах ты! Ой, мой мать. Эта озвучка мне нравится. Принять. Хамза. Все, Хамзу успокоили. Ну, главное Хамзу успокоить тогда Изя. Хамза пока успокоенная. Блин, я бегаю только по трупам. Вот Джеки играть научился, кстати. Бедный стреляет, кого не понятно. Так, а мы же что, просто друг друга играем? Да, наверное. Я тебя еще ни разу не видел. Виталик. Я с глушителем, поэтому меня не видно. Да нет. Поставил бы квадратный. Они наверху. Ольга на плечко через всю карту стреляет. Лучше я засунусь обратно. Да. Как ты тоже выиграл, а?
играем, блин. Кто увидел? Блин, ты откуда меня нашел? Фига себе. Да? Ну, приседает, приседает. Охуяйте вообще, ёшки. Вот, люди. Потом будет там стрелять такая. Понятно. А не в этом. Что там за взяла разведчика и стала там шутить? Вертолеты, вам вертолеты, на вам. Зачем нам не надо вертолеты? Мы и так все видим. С вертолетом будет постоянно включен. Сейчас только не с вертолетом. Ты, блин, не могу это. Йоху! Ух, я сливаю. Все, Хамза разведчиков взяла, поэтому не выиграли. Не, ну вот сейчас нормально счет. А так у тебя ядра что-то не то. Ну, без ядра, без ядер сложно, конечно. Выход? Выход, все выходим. Да. Я сейчас вообще не заметил, что мы без ядер были. Без ядер получается. Без ядер, да. Я сейчас пытаюсь зеленки набросать. Ядовитых гранат. Например, у меня скорость там стоит, во-первых. Без скорости. Ну, что-то у тебя и скорость не очень честная. И да, и кай что-то не очень. Поэтому лучше давайте без ядер. Нет, скорость это лучше, конечно. На разведе тем более. Но... Так, какую я карту берем? Я вместо урона скорость ставлю, например, мне урон не надо, потому что я хэт стреляю. Так, я взяла стройку. Кто же хотел сказать стройку? Давай, да. Ну вы пока там по ггкайте этим. Потом меня чё ещё? Я броню меня. А, у меня ещё этот. Меня Хамза бесит. Либо этот. Ты выключи звук. Нет, я говорю, Хамза бесит. Звук выключи. Просто нет. Ты про кого говоришь? Я думал, ты про. Я про Хамзу разве... говорю, КРМ Хамза. Ага. Она меня бесит. Это кто это? Да. Вот играл только что. С нами. А, да, меня тоже сейчас он немножечко подбесил. У меня. Да или ты новый брать против него? У меня так-то по мне это особо не видно, когда вот если будете смотреть. Жеку, он походу. Ну я, ну, я чувствую, ты что заходишь? Что-то. Ты заходишь? Да. Я... Все, я тут. Что, сколько игроков-то? Так, нам еще надо двоих. Мужика зайдет. Эжик. Что ты тупой? Зашла Жека, видишь? Жека темп. Слушайте, сегодня у меня самый длинный стрим будет, давай. А тебе за длительность стрима дают эти там бобы или какие-нибудь эти шанюшки? Нет, наоборот, не стоит стримить особо больше 4 часов, например. Да там пока я еще толком не разобрался. Ну, я смотрю, какие-то там уже у меня монетизация включилась. А... Там показывает примерно сколько ты получишь, но вот там в конце месяца будет уже понятнее. Потому что каждый день циферка растет. Один день 50 рублей, другой день смотришь там уже 90, другой день уже 150 рублей. Вот. Что там дальше будет? Ну, я в приложениях, конечно, это играю и стримлю. Но... И я в этой холде. Ты видишь КРМ. Что КРМ видишь? Мы КРМ. Что ты видишь на своем? Что на веке? КРМ. Кто-нибудь с тобой играет так? Да, завлекает нахуй. Осторожней, Жека. Нет, я со старцами не пойду. Я не старцы. Ты оба три старца.
По-моему, я вообще его перестрелять не могу. Нет, не успокоился. Включу нефтик, мне нельзя материться. Я у тебя включу, но зачем так? Мне не надо материться. Ты себя? Я... Он не матерится. Не ругайся, как это. Это плаксины, которые не умеют играть. Я делаю балл. Соля, дай мне нахуй админку, я буду отключать кого надо. Не надо. Это стрим не против, блядь. Так, ты сам-то у тебя. Сучонок. Умер, что ли? Да. Жом, походу, с читами этот перец. Какой? Да вот этот, да. Камза сейчас не читрит. Не-не-не, вот этот, который... Вот этот, который CRM или что там, Керим или как его. Они сейчас нормальные. Потому что они за нас? Кайрат или как его? Айратор? Кирите написано, ну как, Кайрат. Help me. У нас валить нахуй можно из этого канала. Выключи звук ему. Так он выключен, ёб. Ну все, ты его не слышишь. Кроме бабая я не хочу выключать. Ну, бабай охуенный чел. Я выключил их обоих. Виталику надо их выключить обоих, что он стримит. Да, да, Виталий, тебе надо их выключить обоих. Окей. Потому что невозможно это. Бабай у меня полностью выключен. А кого еще? Рикон, да, Шунтас. Окей. Okay. Нет, бабай, на стрим. Ты на стрим говоришь, фигня, не надо. Короче, у меня уже... Такая большая задержка на Ютубе, капец. Целый бой, наверное. Как понять задержка? Ну вот поначалу, как начал стримить, у меня... Перезапусти, быстро перезапусти, нажми остановить и запустить. Да, да, я потому что когда смотрю... А, на Ютубе? Да, да, я... Нажми в ОБС, остановить и перезапусти. Как-нибудь. Я когда смотрю, это невозможно смотреть, вот честно. Баба, я тебе включила этот... Другой канал. Музей. Бабай. Бабай, ты слышишь? А чё это бабай-то? Ну, бабай позвольте любит его? Музей. Да, ты ему скажи, я музей создала вне рейтинга. Пусть заходит и играет. Ну, он слышит меня же. Это я его не слышу. Разведом. Всех матюкальщиков я нафиг. Жека, тебя еще раз шлепнешься что-нибудь, я тебя тоже отключу. Так, видите? Музей. Бабаю, скажи. Да, да, я вижу, я уже захожу, да. О. Рекон Жека у меня. Рекон перескочил туда. Вот этот фотолес он видит.